Добрый вечер. Для этого напишите, из какого вы региона, чтобы мы заодно еще немножко познакомились и поздоровались со всеми теми, кто к нам приходит постоянно. Я вас всех очень рад видеть и слышать, так что давайте будем проверять связь и начинать. Так, с нами вижу Свердловская область, Воронеж, Ульяновск, Мурманская область, Кировская область, Апатит я видел чуть раньше тоже с нами, Оренбург, Выборг, отлично. Ростов-на-Дону, так. Ставрополь, Иркутская область, отлично. Коми, Челябинск, Забайкальский край, так. Еще, коллеги, пишите, я вижу, нас очень много в чате, да, вот буквально секунду назад смотрел, было 79, сейчас уже 92 человека. Миас здесь, так. Да. Так, отлично. Хабаровск. Угу. Оренбургская область. Так. Отлично. Так, Сызрань тоже с нами. Ярославская область. Угу. Все хорошо видно и слышно. Санкт-Петербург. Да, отлично. Сегодня мы поговорим о том, как обучать грамматике легко и интересно, поговорим о подходах, о практических приемах, вообще, что важно при изучении грамматики. И пока коллеги подходят, хотелось бы начать с того, что, на мой субъективный, правда, взгляд, возможно, вы со мной согласитесь, возможно, нет, об этом пишите, конечно же. Самая большая проблема в начальной школе – это простые, понятные объяснения для того, чтобы... Вебинар будет длиться не больше часа, особенно припоминая утренние эфиры. Сразу отвечу на вопрос. Я думаю, что минут 50-55. Так возвращаясь. Значит, что проблема в начальной школе – это простые понятные объяснения для того, чтобы именно эта группа учащихся все поняла. То есть, если у нас будущие математики, мы больше объясняем на схемах, если... У нас с вами, мы видим, что большая часть группы все-таки гуманитарной направленности, то максимально используем каких-то персонажей и сказки. С старшей школы, начиная так класса 7-8, так вот, Благовещенск не спит, хотим обучать грамматике интересно. 23 часа уже, обалдеть, у нас уже день кончился, у нас он только в самом разгаре. И, собственно говоря, в средней старшей, в конце средней, в старшей школе, собственно говоря, проблема возникает такая, что вроде всему учили, вроде они все знают. Но как доходит до практики, либо еще в каких-то ситуациях, мы понимаем, что учащихся просто какой-то винегрет в голове, каша, и они начинают путать времена, они начинают путать единственное множественное число, и просто какие-то даже самые простые вещи. Особенно это проявляется, когда мы доходим до согласования времен, и для того, чтобы их согласовывать, нужно знать все эти времена по отдельности, а о них не знают, не знают, в чем разница. Чаще всего это происходит от того, что не систематизированы знания. То есть что-то забыли за лето, что-то не совсем поняли, и наслаиваются какие-то новые знания, они пытаются успеть за этим поездом и просто опаздывают. Вот если вы со мной согласны, то напишите об этом, если нет, то тоже... Интересно, почему, собственно говоря, нет. Я на своей практике вижу постоянно, что проблема именно вот в обучении грамматики такого формата. Так. Ага, сейчас, это вопрос не ко мне. Вот, Татьяна пишет, к нам в техникум после 9 класса приходит такое ощущение, что ничего не учили вообще. Они просто не учат это. Не всегда так. Я вот сейчас я вам задам вопросы и прокомментирую. Одну секунду. И вот несколько вопросов к вам. Берите те вопросы, которые вам нравятся, которые близки, в любом порядке. Как вы объясняете, для чего нужна ученикам грамматика? Потому что это очень частый вопрос, который задают нам с вами школьники. И, собственно говоря, на него нужно найти какие-то ответы. Как помочь тем, кому не хватает материалов ВМК или нужно освежить свои знания? И как помочь немотивированным ученикам? Вот Аня пишет, я учу, но все равно не получается. Смотрите, я, вот если нет материала, берем дополнительно.
Чтобы грамотно строить высказывание, абсолютно верно, да. Причем тут очень важно, чтобы вы показали, почему так важно строить грамотно высказывание. Потому что, вот там напишет, грамматика это все, без грамматики не можем общаться. Можем, тут вы не правы. Чтобы быть культурным, вот это уже ближе к нам с вами. Все зависит от желания студентов или учеников. Важно еще заинтересовать их. Абсолютно согласен. Мотивации вообще у большинства нет. Да, действительно так. Так, чтобы быть культурным и верно. Значит, грамматика это все. Ну вот смотрите, мигранты общаются, допустим, на русском языке очень так, скажем, условно. Мы же их понимаем, поэтому условно общаться без грамматики возможно, но только очень условно. Вот, очень хороший ответ. Лексика это кирпичики, грамматика нужна, чтобы построить дом из кирпичиков. Согласен. Без грамматики мы не можем грамотно общаться. Понимаете, в чем дело? Тут, да, я соглашусь, но это очень сложно донести до учащихся. Да, можно общаться набором слов. Действительно, у некоторых это даже получается. И на родном языке, и на иностранном тоже. Тут стоит напомнить о том, вот абсолютно верно написала Анжелика. Чтобы быть культурным. Поскольку, смотрите, вот какая ситуация. Об этом нам говорили в институте, но обычно не говорят в школе. Что это только миф, что иностранцы, собственно говоря, англичане, бесконечные снобы и не испытывают никаких эмоций. Просто, как мы знаем из курса грамматики уже в ВУЗе, что очень много эмоциональной составляющей передается в грамматике, очень много настроения передается в грамматике. Поэтому, собственно говоря, это очень важно для того, чтобы случайно не нагрубить человеку, или же наоборот, чтобы целенаправленно передать свою позицию, допустим, какую-то строгую и понятную. Вот это, собственно говоря, для нас с вами крайне важно. Как помочь немотивированным ученикам? И это еще дополнительный будет ответ на вопрос по поводу того, что они ничего не знают. Вы знаете, моя практика работы в колледже на первых-вторых курсах как раз непосредственно я занимался тем, что обучал их грамматике. Как там было разделение лексика и грамматика. Вот я в основном занимался грамматикой. И получается такая ситуация, что поскольку они очень быстро все это усваивают, когда им систематизируешь эти знания, значит, они их все-таки знали в большинстве своем, но немножко запутались вот в этом многообразии времен, в многообразии полученной информации, и оно не разложилось по полочкам. Поэтому очень важно, собственно говоря, разложить по полочкам. По поводу немотивированных, тут очень важно, во-первых, давать материал на интересной основе. Это могут быть какие-то игры, это может быть еще что-то. И самое главное, давать его максимально ступенчато, чтобы от самого простого к сложному. Потому что, когда у учащихся получается, это их очень хорошо мотивирует. Когда у них постоянно не получается, им что-то сложное и непонятно, то очень быстро падает интерес. Соответственно, за этим тоже нужно следить. Хорошо, давайте будем продвигаться дальше. Итого у нас получается задача обучения грамматики. В первую очередь это понятно объяснить абстрактные понятия. Точно так же, зачем нужно учить грамматики. Грамматику это очень абстрактное понятие. То есть каким-то образом максимально переносить их на какие-то общедоступные понятные основы. Пояснить несовпадающие с родным языком явления, а таких много, например, использование артикля «э-э-вэ», которые в русском языке не применяются, их достаточно сложно, скажем так, и перевести, и понять, скажем так, русскоязычным человеком, зачем они нужны. И, конечно же, систематизировать знания. Это такой уже третий уровень, когда у нас появились какие-то знания, мы их обязательно должны разложить по полочкам. Подходы к обучению грамматики. Во-первых, сознательное обучение. То есть детям раскрывается суть нового грамматического явления, даются правила употребления с последующей автоматизацией. Это один из подходов. Есть еще имитативный путь, когда даются готовые речевые образцы с последующей тренировкой. То есть мы сначала даем какие-то примеры и, собственно говоря, переводим их.
интуитивно догадываемся, о чем идет речь, о каком времени, и применяем их в подобных ситуациях. Использование грамматического моделирования, основанной на теории поэтапного формирования умственных действий Гальперина, и примеров таких учебников вы тоже все знаете, и это тоже, собственно говоря, работает. Очень нам важны, особенно в начальной школе, приемы конкретизации. Что это может быть? Это могут быть использоваться персонажи или истории. Это может быть использован функциональный подход. Могут применяться схемы, если, допустим, мы видим, что учащихся их хорошо воспринимают. Их хорошо воспринимают визуалы, хорошо воспринимают те учащиеся, которые имеют математический склад ума. Типы знаний. Есть нормативные знания, то есть это систематизированное изложение грамматических правил литературного языка, и процедурные знания. Это знания, когда сделать что-либо, как сделать что-либо, они проявляются на уровне реального действия. Как обычно происходит у нас с вами на родном языке. Сначала мы получаем какие-то процедурные знания и общаемся на родном языке до школы. Потом нам дают нормативные знания, когда мы узнаем, почему здесь так, а там по-другому. И потом они снова переходят в процедурные знания. Когда мы изучаем иностранный язык, соответственно, у нас происходит вот так все. Сначала мы даем нормативные знания, чаще всего, скажем так, в классическом варианте. Даем какие-то правила, даем какие-то новые лексические там единицы и нормы, как они употребляются. Затем они постепенно переходят в процедурные знания. Собственно говоря, тогда это уже когда интуиция доходит до такого состояния, что все происходит у нас автоматически. Мы автоматически знаем, что здесь нужно так, а там по-другому. Собственно говоря, это, я думаю, что с некоторыми из вас также происходило, когда, допустим, вы уходили в декрет, долго не практиковали преподавание английского языка, или же на какое-то время меняли род своей деятельности. Если какое-то время не преподавать язык, то мы уже не можем объяснить, почему здесь грамматически верно так, а здесь как-то иначе. Вот, собственно говоря, вот так же оно ощущается. То есть нет необходимости в каких-то пояснениях тех или иных правил. И, собственно говоря, вот классический пример, как нам вводится грамматика от нормативного знания к процедурному. На примере happyenglish.ru для 5 класса. Сначала нам дается вот здесь правила употребления have, has в отрицательной форме, плюс употребление конструкции have got. Затем мы, собственно говоря, выполняем сначала самые простые упражнения на закрепление полученных знаний, потом сложнее, потом все далее тяжелее и тяжелее, то есть повышаем уровень трудности. Также очень важно введение грамматики с учетом возраста. Говорить о грамматических явлениях как в начальной школе, в старшей школе невозможно, потому что в начальной школе у нас будут какие-то персонажи, какие-то сказки, вот я рассказывал. Это может быть какая-то максимальная визуализация или даже драматизация. В средней школе, соответственно, мы постепенно переходим к нормативным правилам, да, объясняем уже на основе их, плюс опять-таки с учетом возрастных особенностей. То есть, когда мы все-таки какие-то моменты упрощаем, в каких мы не опускаемся до объяснения ряда нюансов. В старшей школе мы уже разбираем какие-то особые случаи, мы очень много внимания уделяем нюансам. В колледже, если сильно учащиеся, мы поступаем так же, как в старшей школе. Если же учащиеся у нас пришли слишком разноуровневые, и чаще всего они в таком случае они очень слабо ориентируются в грамматике английского языка, тогда мы, конечно же, должны сделать такой быстрый или бегательный курс, чтобы наверстать упущенное, чтобы систематизировать знания, чтобы они понимали, что и зачем, и как, и почему. Введение грамматического материала происходит у нас, начиная с этапа ознакомления с грамматическим материалом, который включает презентацию и объяснение.
Да, сначала мы презентуем какое-то новое правило, новую грамматическую структуру или так далее. Затем мы объясняем, почему так, приводим примеры, отвечаем на вопросы. Либо же учащиеся выводят правила сами или новое грамматическое явление предъявляется учителем. Ну, если бы учащиеся вводили у нас сами грамматические правила, это, конечно, возможно, но это обычно занимает очень много времени. Поэтому мы практически этот метод не используем. Теперь давайте посмотрим на примерах, собственно говоря, вот эти возрастные особенности, разницу и различные способы, как действительно легко и интересно изучать английскую грамматику. Очень яркий пример, очень замечательный и действительно зарекомендовавший себя в happyenglish.ru для второго класса, можем увидеть по упражнению 7. Здесь предлагается такое задание. Каким из этих слов может пришвартоваться кораблик A? Да, мы видим, что у нас есть неопределенный артикль A, мы видим различные слова, и мы рассказываем, каким из них ну, кораблик может пришвартоваться, каким из них нет. Да, здесь мы видим, есть и существительные, есть и прилагательные, например, big, есть и имена собственные, например, Bill, O, Pat, Peg. Соответственно, мы должны точно определить, к чему артикль A подходит, к чему нет, и, собственно, в идеале еще и почему. Точно так же в happyenglish.ru, например, для третьего класса и вообще за период всей начальной школы максимально идет персонализация в объяснениях тех или иных грамматических явлений. Также идет обязательно у нас с вами такая сказочная история, когда идут урока ворона, где ворон общается с девочкой Аней, где у нас есть волшебная страна, в которой есть еда Акоша, в которой есть собачка Нот, да, такая отрицающая все, и очень много других интересных персонажей, которые помогают нам с вами освоить грамматические явления. Вот Ирина Шленникова пишет в книге «Как научиться читать по-английски» есть пример с корабликами. Да, это переработка предыдущих материалов для того, чтобы вы в начальной школе могли еще и отдельно учить по данному пособию читать. Там есть и новые упражнения, там есть материалы, которые уже зарекомендовали себя в учебнике. А как, собственно говоря, происходит вот это вот объяснение абстрактных понятий через драматизацию и в данном случае конкретно через сказку. Говорит Ворон, бежим в город Present Simple. Вроде все спокойно, Моргана нигде не видно. Ну что же, подождем. А пока отправимся на улицу, отрицательное предложение. Да, то есть мы полностью грамматический материал из абстрактного понятия превращаем в какое-то реалистичное. Здесь многое будет по-другому. Для образования отрицательного предложения глагол дракоши нанимает глагол помощника do. Он отличается от обычных глаголов дракош тем, что вместо рук у него крылья, которые позволяют ему летать по предложению. Да, то есть мы объясняем, что вспомогательные глаголы что вспомогательный глагол может менять различные места. Так. Подскажите, пожалуйста, по какому учебнику можно начать работать с учащимися первого курса с нулевым уровнем? Вы знаете, здесь немножко индивидуально, скажем так, универсального учебника, который отвечал бы и решал бы эту задачу, пожалуй, нет. Очень хорошо подойдет английский для взрослых Радислава Петровича Миллерода, потому что он как раз помогает быстро, в быстром темпе, максимально продуктивно наверстать упущенное со взрослыми учащимися, либо с теми, кто изучает английский впервые во взрослом возрасте. Вот его, пожалуй, я могу порекомендовать, плюс различные грамматические справочники и задания на грамматику, от самых простых до максимально сложных. Так. Так, вот тут Ален тоже предлагает английский для взрослых. Да, хороший учебник. Очень максимально коммуникативный, это электронный учебник. Заниматься будет и интересно, и лексика будет актуальна. И, собственно говоря, результаты, как показывает практика, будут хорошие. А давайте посмотрим с вами далее.
Вот еще один пример, да, где мы в третьем классе, опять-таки в happyenglish.ru, изучаем различные языковые явления. В данном случае проходим present simple tense на примере вспомогательного глагола do и глагола work. Учимся задавать общие вопросы. Да, у нас есть страна do, did, done, которая также нам в этом помогает. А вот так, собственно говоря, мы в третьем классе, почему они в восьмом этого не умеют? Потому что забыли. Потому что в третьем классе чаще всего они действительно это умеют, а в восьмом классе они это забывают. И, собственно говоря, в этом кроется вся проблема. Анна, вот, напишите, пожалуйста. У меня два вопроса, собственно говоря, ко всем остальным. Есть ли у нас молодые специалисты? Вот я чувствую, что, собственно говоря, есть у нас хотя бы несколько человек в чате, кто молодые специалисты, это раз. А второй вопрос уже конкретно к Анне. Вам, я так понимаю, дают чаще всего классы не со второго класса, а где-то уже там с пятого, с шестого, после других преподавателей. Так, вот, очень много молодых специалистов. Вот Тата, Татьяна Котельникова, Дмитрий. Первый год работают. Татьяна, ходите на наши вебинары, будет проще. Так, Анна не молодой специалист. Так, но я чувствую, вам просто не дают со второго класса их учить. Так, есть. Отлично. Вообще это замечательно. Молодым специалистам так хорошо, еще голова не забита. Всякой административной бюрократии. Еще есть, скажем так, заряд энергии, которого нет уже у немолодых специалистов. Это замечательно. Потом появляется только опыт. Так. Просто бывает такое, что мы обучаем учащихся, у меня так часто было, после других преподавателей, поэтому, да, главное этот заряд энергии потом не растерять, абсолютно верно, как обычно бывает. Да, многие забывают материал и не тренируются, абсолютно полностью согласен. Часть забывается за лето, где-то процентов 30-40, что мы изучали в прошлом году, поэтому нужно повторить. Либо... Собственно говоря, нам дают классы после других коллег. Есть такие школы, в которых есть учитель, которому дают всегда самые слабые классы, а другим учителям передают, собственно говоря, какие-то новые классы, которые еще в которых теплится надежда. Что греха таить, есть наши коллеги, после которых очень сложно работать в классах. Их, благо, немного, но они есть. Да, когда они ставят хорошие оценки, им очень довольны родители, только после них работает жуткая каторга, потому что они ничего толком не учили, очень много списывали, мы начинаем ставить оценки, которые они реально заслуживают, пытаемся исправить ситуацию и становимся быстро врагом народа. Так. Да, значит, да, действительно есть такая проблема, что иногда не хватает комплексности изучения грамматики. Это действительно так и есть. Это идет у нас примерной программы. Хотелось бы, да, чтобы было чуть больше повторений, чтобы было, скажем, такой некий возврат. Но вот такая проблема присутствует. Так, если кому-то еще плохо слышно, напишите об этом, чтобы мы понимали, это проблема индивидуальная или комплексная. Если комплексная, попробую ее решить. Если индивидуальная, то предлагаю просто перезагрузить. Так, звук хороший. Отлично. Ну, в таком случае просто перезагрузить еще раз. К сожалению, такое бывает. Так, спасибо. Да, то есть вот проблема такая есть. То есть, как я говорил в начале, вот все-таки мы подошли к этому, что в начальной школе очень важно, чтобы объяснения были доступны для понимания наших с вами учеников. А в пятых, скажем так, седьмых классах очень важно, чтобы был процесс повторения. И, соответственно, тогда мы решаем проблему старших классов, начиная где-то с восьмого. Мы уже можем просто систематизировать знания и, собственно говоря, получать хороший результат. Так, значит, что мы видим на данных примерах в happyenglish.ru для 4 класса? У нас даются понятные простые объяснения того, как сокращать
отрицание, да, то, что мы можем говорить не will not, а сокращаем его до won't. И дальше дается достаточное количество упражнений для того, чтобы это отработать. Это очень, собственно говоря, важно. Это нам с вами и полезно. И чтобы как мы здесь, собственно говоря, видим, нам даются упражнения по степени сложности. От самых простых к все сложнее и сложнее. Вот это все очень важно, тонко и аккуратно регулировать. Допустим, после каникул обязательно нужно было возвращаться к упражнениям попроще, быстро делать такой ликбез. Потому что после каникул, даже и осенних, и весенних, обязательно это нужно сделать. Я даже, честно вам скажу, иногда пренебрегал программой. И, собственно говоря, если это требовалось, если нужно было потратить больше времени, особенно если это проблема у большей части класса, чтобы какое-то грамматическое явление, там, какую-то лексику получше отработать, тратил на это время совершенно спокойно и без зазрения совести, где-то потом что-то ужимал, потому что лучше они будут знать то, что проходилось раньше хорошо, чем вроде как мы программу пройдем, но они в итоге не будут знать примерно ничего. Итак, в миле для второго класса применяется как раз другой подход, то есть здесь применяется продуктивный метод. То есть когда они все изучают на практике. На практике общения, на практике выполнения инструкций, как мы видим во втором задании. В общении это, соответственно, третье задание. Да, то же самое изучение конструкции have got, изучение to be в различных формах, форме вопроса, но уже на практике. Да, такое тоже возможно. И все это будет. Да, конечно, мы будем говорить о старшей школе. Сейчас постепенно мы будем подходить к ней обязательно. Я вообще как-то всегда больше специализируюсь на старшей школе, так что не переживайте. Так. Точно так же мы видим дальше примеры. Совмещать вот эти подходы как раз очень интересно, потому что тогда они видят, что английский применяется на практике. У них есть возможность отработать, активизировать все эти знания. Это тоже очень важно, и про это не стоит забывать. Так. Какие используются упражнения для формирования грамматических навыков? Самые основные. Это упражнение узнавания дифференциации грамматических явлений. Упражнение субституции подстановки. Упражнение в трансформации. Да, то есть это, я думаю, примеры вам сразу вспоминаются. Вопросно-ответные упражнения. Репродуктивные упражнения и, конечно же, переводные упражнения. В happyenglish.ru для второго класса, давайте самых простых пока что примеров, они есть. Вот, пожалуйста, нам нужно повторить вопросы с Дианой и ответить. Да, с одной стороны репродукция, с другой стороны нам нужно подобрать ответ. Либо очень хорошие упражнения, которые также стоит использовать, где нам необходимо обвести в этих предложениях глагол is. Да, для того, чтобы просто запомнить, где же и в каких случаях он применяется. Да, что в вопросе он будет на первом месте, что в утвердительных упражнениях он будет не на первом, а на втором месте. Все это очень для нас с вами важно. Или же, например, когда нам нужно поставить правильный знак препинания, да, точку или знак вопроса, чтобы запомнить, собственно говоря, вот это изменение порядка слов. Так постепенно мы доходим до средней старшей школы, например, happyenglish.ru для восьмого класса. Нам уже требуется задание, где нам необходимо поставить артикль, где это необходимо, да, и верный артикль. Собственно говоря, вот очень хорошее задание на повторение, на то, чтобы снова вспомнить о том, как правильно вставлять артикли, где они необходимы, а где они не необходимы, где не нужны, точнее. Да, все это тоже у нас с вами присутствует. В девятом классе, как мы видим, уже правила объясняются более теоретизированно, дается больше примеров, поскольку уже даются некоторые тонкости, особенности, нюансы. И, собственно говоря, дается более сложное задание, где нам необходимо, например, в данном случае согласование времен объясняется. И нам необходимо перевести из прямой речи в речь косвенную. Вот, собственно говоря, такая задача вот перед нами стоит. То есть
Опять-таки, с максимального простого к сложному, но если они не знают времен и грамматических явлений до согласования времен, то и согласование времен, конечно же, они не поймут. Ирина Шишленникова пишет: хорошие доступные упражнения ничего не мудрят. Почему в наших учебниках не так? Не знаю. Вот. Что еще можно использовать? Поскольку, как я и обещал, мы будем говорить о том, как изучать грамматику легко. Об этом мы, вот, собственно говоря, очень долго говорили, но еще и как ее изучать интересно. В этом нам могут помочь обучающие компьютерные программы, которые мы можем применять в системе обучения. Это возможность самостоятельного выполнения заданий учащимися. Это дает возможность повторения материала в рамках одного упражнения. Это помогает нам повышать ИКТ-компетенции, развивать универсальные учебные действия. Поэтому, конечно же, обучающие компьютерные программы и интерес добавляют и решают очень много для нас с вами полезных задач. Например, грамматика второго класса, есть упражнения, соответственно, у нас и для средней и старшей школы, они менее такие яркие, более уже теоретизированные, поэтому я взял пример из начальной школы. В данном случае нам нужно опять поработать с артиклем. Кстати, ничто не мешает нам напомнить учащимся средней или даже старшей школы на примере этого упражнения, где они раскидывают слова с артиклем в одну корзину, без артикля в другую корзину. Да, собственно говоря, такое хорошее, яркое, наглядное упражнение. Либо, например, вот такие задания у нас будут и в средней старшей школе по обучающим компьютерным программам, где нам нужно правильно соединить диалоги. Да, то есть примеров таких много, обычно очень нравится это учащимся, вызывает у них здоровый азарт, поэтому почему бы не попробовать поработать с ними. И перейдем к дополнительным пособиям и, соответственно, к средней и старшей школе полностью. Во-первых, что они дают? Помогает индивидуализировать обучение. Бывает такое, что буквально 2-3 ученика у нас отстают, все остальные более-менее справляются с теми задачами, которые стоят в классе. Соответственно, им нужно на какое-то время переключить их на индивидуальный режим. Для того, чтобы они наверстали упущенное и снова могли работать с остальным классом. Часто это бывает из-за того, что учащиеся, конечно же, у нас с вами считают ворон в окне. Это бывает еще от того, что учащийся, допустим, проболел. У меня была ученица, которая, ну, достаточно много болела, и поэтому все время нам приходилось немножко наверстывать упущенное, заполнять эти пробелы быстро, ликбезно. От этого просто никуда не деться. Во-вторых, конечно же, они помогут нам расширить знания по конкретной теме. Бывает такое, что вроде классу все объяснили, вроде объяснили понятно, но что-то все-таки непонятно. Объяснили своими словами, не помогает. Вторая проблема, допустим, непонятная. Да? Соответственно, мы не изобретаем велосипед, мы берем дополнительные упражнения из дополнительных пособий. Мы, собственно говоря, отдаем другие объяснения различных авторов, которые все-таки помогут нам достучаться и разъяснить материал. Да, для того, чтобы все-таки они усвоили то, что было. И не стоит жалеть на это время, не стоит жалеть того, что мы остановимся и в конце концов просто пропустим какую-то тему из программы. Если это есть такие темы, которыми можно пожертвовать ради реальных целей и задач, которые у нас с вами присутствуют. Потом смысл их объяснить, если у нас класс просто дико отстает. Это все равно, что тянуть корабль на одних своих плечах. Смысла в этом никакого нет. И опять-таки дополнительные пособия помогут повысить интерес учащихся к предмету, поскольку если они понимают и разбираются в материале, им становится интересно, потому что как-то, да, у них получается, им ставят пятерки, им это не сложно. Просто красота. Так. А вот Ирина Шишленникова пишет: да, компьютерная программа нравится детям, но как быть, если ноутбук только у учителя? Вы знаете, ряд учителей просто индивидуально сажали у учеников за обучающие компьютерные программы в случае того, когда они выполнили основной материал или же во время выполнения другого задания. Можно, если есть проектор, то можно, собственно говоря, выполнять
И при помощи ноутбука, так когда ученик либо называет вам правильный ответ, либо выходит выполнять на ноутбуке, садится, идет следующий. То есть такие истории тоже возможны, поверьте, у меня тоже не всегда была интерактивная доска, и в основном я работал больше с проектором. Так. Да, ну проектор есть не во всех. Если нет проектора, значит индивидуально во время урока кому-то даем возможность поработать. Да, и смотрим, какие получились результаты. Хорошо, давайте продвигаться немножко дальше. Три времени, четыре временные группы английского глагола. Это пример из учебника, из пособия «Кто боится английской грамматики» Сергея Цыбаковского. Чем примечательно это пособие? Оно помогает нам с вами, во-первых, объяснить нюансы. Оно написано простым, понятным языком, где-то даже с легкой иронией. И здесь даются, вот очень хорошо даются нюансы, очень даются простые объяснения и даются ряд упражнений, которые помогают нам с вами решить те или иные задачи. И, кстати, здесь очень хорошо помогает нам с вами систематизировать знания. Объясняется все, от единственного и множественного числа. Объясняется употребление различных глаголов. Мне очень нравятся разделы позывные для группы indefinite, соответственно, позывные для группы continuous и так далее. Так, это Сергей Цебаковский. Кто боится английской грамматики, всех этих авторов, которых я называю, вы можете найти на englishteachers.ru. В разделе нашего интернет-магазина и, собственно говоря, и приобрести там тоже можно. Очень хорошая, интересная книга, которая помогает нам с вами объяснить простым языком достаточно сложные вещи. Да, то есть, что еще важно? Сергей Цыбаковский не только дает эти вот позывные слова, он еще дает сразу их переводы, причем самые максимально частотные, потому что сейчас складывается вот какая ситуация. Яндекс Словари, совершенно замечательный проект, к сожалению, закрыли. И у учащихся остается Яндекс переводчик и Google переводчик, потому что догадаться, что можно залезть в другие онлайн-словари, обычно им в голову не приходит. И вот я недавно столкнулся с такой ситуацией с учеником, что в Google переводчике, да, он дает другие значения, но для этого нужно раскрыть, да, определенную вкладку. Ой, спасибо большое за ссылку, да, именно на эту книгу. Первым значением Google переводчик дает такое значение, которое я даже не знал, что оно есть, причем у самых простых слов. И, собственно говоря, это вводит очень сильно в заблуждение наших с вами учащихся. И поэтому, конечно же, хорошо, когда переводы вот таких слов у нас с вами имеются, причем действительно самые частотные значения. Как я говорил, да, вот даются простые объяснения, вот здесь мы все это можем увидеть, собственно говоря, покрупнее все, что это есть. Даются исключения, говорится о том, на что обратить внимание, то есть вся та информация, которая нам необходима. Также мне вот очень нравится раздел, не просто так я его вынес вам сюда, где рассказывается о былом значении артиклей one и that, да, от которых пошли a и the. Да, то, что вот неопределенный артикль происходит от числительного one, то, что определенный артикль происходит от указательного местоимения that, все это очень важно для того, чтобы учащиеся понимали значение, собственно говоря, этих артиклей и могли их правильно употреблять. Помимо этого, не стоит забывать, что у нас есть с вами и сильные ученики. Да, их катастрофически мало. Но тем не менее они есть, и им, соответственно, нужна избыточная информация, им нужно уже погружаться в очень такие серьезные нюансы английской грамматики. И есть замечательное по этому пособие Фроловой «Грамматика английского языка для школьников и поступающих в вузы. Теория и практика», благодаря которой мы, собственно говоря, можем и готовить учащихся к поступлению в вузы, допустим, языковой направленности. Можем давать какие-то более подробные, более сложные, скажем так, теоретизированные пояснения
Здесь видно меня и слышно. К сожалению, мне пишет, что у меня нестабильное подключение к интернету. Если меня видно, слышно, напишите плюс. Так. Пропал звук. Завис, отвис. Да, ну, такое, к сожалению, бывает. Вот. Теперь подключение стабильно, плюс-плюсы есть, отлично. Если у кого-то были перебои, то не переживайте, сейчас все восстановится. Это уже как раз с нашей стороны. Отлично, спасибо большое. Итак, значит, в данном примере это очень хорошее пособие. Практическая грамматика для ОГЭ и ЕГЭ. Автор Кирилл Павлович Словохотов. Очень многие с ним могли познакомиться и на предыдущем нашем очном семинаре, который прошел в сентябре, и могли видеть на вебинарах. У него прошло несколько очень интересных вебинаров. Значит, сейчас мы с вами увидим два пособия. Одно будет это сборник упражнений, второе вот это, где больше уклон идет на объяснение, опять-таки, грамматических явлений, причем крайне структурировано. Что интересно, почему я вот этот пример здесь привел, здесь еще идут интересные объяснения лексики, да, лексических явлений, частых выражений, которые, во-первых, необходимы в речи, с которыми мы сталкиваемся при изучении грамматики. Да, вот Кирилл Павлович такие вещи, собственно говоря, подробно разбирает. Конечно же, упражнения, которые помогают нам с вами отработать то, что мы изучали. Плюс, опять-таки, сборник упражнений, в котором достаточное количество упражнений, чтобы все это вызубрить, чтобы это все было у нас с вами просто родными какими-то знаниями, и уже в дальнейшем не возникало проблем. Да, очень много применяется таблиц, применяются и, собственно говоря, письменное объяснение. Так, имя автора Кирилл Павлович Словохотов. Это практическая грамматика для ОГЭ и ЕГЭ. Я думаю, что сейчас Алена Евгеньевна пришлет ссылку из нашего интернет-магазина. Если нет, то зайдите на englishteachers.ru, дополнительные пособия. Там это пособие обязательно будет выложено по очень демократичной цене. Здесь мы, как я говорил, да, видим упражнения, причем от простых к чуть более сложным. Но здесь упражнений именно в этой книге будет мало. Поэтому Кирилл Павлович написал еще и сборник упражнений. Как вы видите, да, вот пока я тут отвечаю на вопросы, рассказываю, очень много интересных объяснений, понятных, таблицы используются, которые тоже помогают структурировать знания. И, собственно, да, вот здесь мы это хорошо можем увидеть. Да, объясняется употребление тех или иных слов и выражений, что все тоже нам помогает объяснять грамматику и действительно объяснить ее на практике. Да, вот, пожалуйста, мы видим еще примеры в trap number 5 о том, как в каких случаях переводится вопрос, как вы думаете, где это будет how do you think, где будет what do you think, да, что это будет более правильный вариант, но тем не менее и неправильный тоже поймут и тоже ответят. Да, то есть объясняется помимо еще и простых объяснений правил, объясняются еще и нюансы, которые для нас с вами крайне важны, особенно при подготовке к экзаменам. Мне еще нравятся вот такие таблицы, где объясняется применение и перевод различных выражений, например, с глаголом to be. Также мы сейчас с вами увидим пример, где объясняются такие выражения с глаголом to do. Все это тоже крайне нам с вами полезно. Так, в грамматике, да, мы видим, что у нас идет упражнение. Причем, например, вот мне нравится очень упражнение, которое вы сейчас видите в увеличенном формате, где нам необходимо в необходимых местах вставить либо глагол to be в различных формах, либо глагол do также в различных формах. Очень хорошо помогает почувствовать разницу, почувствовать, где необходим один глагол, где необходим другой глагол. Все это будет для нас крайне полезным. Конечно же, есть задание формата экзамена. Да? Вот, пожалуйста, вот эту форму, где нам нужно вставить отчеркнутые слова в необходимые места, в нужной форме, мы встречаем и на ВПР, и на ОГЭ, и на ЕГЭ, и это, конечно же, здесь
присутствует. Как и говорил, да, вот, пожалуйста, у нас и с глаголом do, common expressions with do and make. Все это присутствует, да, это только часть таблицы, на следующей странице продолжение. Тоже очень хорошо, тоже это очень полезно. Хорошо показывает разницу употребления тех или иных слов. Хорошо показывает общеупотребительные выражения. Все это крайне для нас с вами полезно. Итак, постепенно мы подошли к концу. Потом я сделаю несколько объявлений. И, собственно говоря, мы с вами получим сертификаты. Я скажу, как их получить. Итак, сегодня рефлексию я решил назвать как самое главное. Если будут дополнения или же какие-то возражения, не стесняйтесь, пишите. Я буду только за. Итак. Если осталось мало времени, нужны простые и понятные объяснения грамматических явлений. Да и в принципе всегда нужны простые и понятные объяснения, зачем изобретать велосипед. Если, допустим, ваше объяснение непонятно, объяснение из учебника непонятно, значит берем эти объяснения из дополнительных пособий, потому что каждый автор старается как-то по-своему передать грамматические явления, рассказать о них доступно и понятно. Обязательно идти от правила и функции аккуратно, особенно в начальной школе. То есть, когда мы показываем какие-то правила, объясняем их понятным языком для начальной школы, и потом постепенно отрабатываем для того, чтобы это не перешло в процедурные знания. Первичное объяснение должно быть понятное. Да? Вот еще раз мы об этом говорим, потому что ну, действительно это очень важно. Достаточное количество разноуровневых упражнений. Это тоже для нас с вами важно, для того, чтобы мы не было такого, что мы объяснили правила, и после этого сразу же взяли сложное упражнение. Или же мы, например, отрабатывали все только на крайне простых упражнениях, и, соответственно, потом, когда появились реальные сложности, учащиеся уже теряются и не знают, что им необходимо ответить. Да. И после этого, конечно же, несколько объявлений, как я и обещал. Если есть комментарии, с удовольствием их прочитаю. Пишите, не стесняйтесь. Хочется поздравить вас с Днем Учителя, да, с прошедшим Днем Учителя. Пожелать, чтобы у вас у всех появились проекторы, чтобы никто ни в коем случае на вас не жаловался, чтобы как можно меньше приходила администрация на ваши уроки. И, конечно же, здоровья, благополучия и терпения вот в этом учебном году, потому что все время это самое главное, что нам нужно. И издательство «Титул» тоже хочет вас поздравить с Днем Учителей, дает скидку в 10% на все, что есть в интернет-магазине издательства «Титул» с 5 по 14 октября. А, поверьте мне, при заказе нескольких книг уже окупается доставка, поэтому не упустите такую возможность. Также 29 октября в Москве у нас пройдет очный семинар-тренинг, который будет курсом повышения квалификации на 16 часов, очно-заочным. Что мы, собственно говоря, там с вами будем делать? У нас будет три замечательных лекции. Там будут выступать Алексей Васильевич Конобеев, Алена Евгеньевна Козейчева и еще один интересный лектор. Да, обязательно посмотрите программу. Говорить они будут о современных технологиях в обучении английскому языку и подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. Поверьте, это будет отличаться от вебинаров. Там будут хорошие кофе-брейки, там обязательно вам дадут подарки в виде каких-то книг. Да, единственное, что он будет платный, в итоге вы получите свидетельство установленного образца. Мы получили образовательную лицензию о курсе повышения квалификации на 16 часов и материалы для дистанционного обучения, да, которые вы, собственно говоря, сможете получить. Да, для этого можно пройти по ссылке, которую я указал здесь. Можно зайти на englishteachers.ru, там вся информация есть. Есть вся информация у нас в социальных сетях. Все, кто могут приехать, да, вот вижу, что уже далеко живем, вот хочу на семинар. Те, кто могут доехать, приезжайте. Предыдущий семинар прошел просто на ура. Коллеги были очень довольны, никто не остался недовольным. Очень хорошие отзывы были у нас. Собственно говоря, в группе издательства «Титул» ВКонтакте и Facebook есть такие отзывы, и их можно прочитать. Поэтому присоединяйтесь, будем только рады. Да, после
Единственное, что это цена 1600 рублей до 19.10. Потом она немножко вырастет, поэтому как раз я думаю, сегодня-завтра все получат зарплату, но нужно успевать. Так, также у нас вышло очень много интересных новинок. Это электронные книги, да, причем книги это могут быть либо с аудио бесплатным, либо с аудио, который у нас вшит в саму книгу, то есть мы читаем и слушаем книгу одновременно, да, у нас подсвечиваются те слова, которые читает диктор. Очень интересный, как вы видите, да, знаменитый Джейн Эйр, это The Prisoner of Zenda, и так далее, да, то есть очень много интересной классической литературы, которая вы можете, собственно говоря, воспользоваться. Также ряд художественной литературы у нас вышло, опять-таки, с бесплатным аудиоприложением в печатном издании. Это Barbara in Brittany, Ghost Stories, Animal Heroes и Tarzan of the Apes. Все эти книги вы также можете приобрести, как раз сейчас с 10% скидкой, как и другие наши новинки. Новые пособия Андрощук по устной части, это по ЕГЭ и ОГЭ, и тренажер по чтению слова и фразы Елены Русиновой. Очень хорошее пособие, замечательно по нему можно заниматься, что я вам, собственно говоря, и рекомендую. Просто тренажер по чтению, вы знаете, зарекомендовал себя. И я ни разу не слышал о нем их отзывов. Поэтому эта книга абсолютно новая, нигде раньше не издавалась слова и фразы. Всячески рекомендую. Так. Да, про СПО, ну, все зависит от авторов. Ждем, ждем, когда они нам можете и вы присылаете свои рукописи, хорошие, интересные. Мы с удовольствием их издадим. Можно присылать сразу Алексею Васильевичу Конобееву, ему на e-mail, да, там кратко синопсис. И без каких-либо проблем они выйдут в свет. Да, к сожалению, просто никто как-то не пишет. Итак, собственно говоря, подводя итоги, да, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, мы есть везде. Заходите к нам в интернет-магазин englishteachers.ru/shop. Заходите к нам на форум на englishteachers.ru. Будем только рады. Пишите, комментируйте, стараемся. Собственно говоря, чтобы везде контент был крайне интересным, очень ждем от вас различных комментариев. Также в группе ВКонтакте, в Фейсбуке будут проходить у нас с вами конкурсы в этом месяце, где можно будет получить бесплатные книги, принимайте участие. Так, как получить сертификат? Я вам даю код для скачивания сертификата плюс необходимую ссылку. Сейчас, одну секундочку. И также у вас есть возможность получить сертификат еще и напечатанный. То есть тот сертификат, который вы получите, он будет электронный, номерной, абсолютно валидный. Но если кому-то нужно вот, получить еще и печатный сертификат, то это можно сделать в три простых шага. Сначала получить электронный сертификат, который можно получить по ссылке и коду, который я вам прислал. Затем по электронной почте отправить этот сертификат на connect@englishteachers.ru. В заявке указать полный почтовый адрес для доставки печатного сертификата, после чего получите счет на 150 рублей. И после оплаты мы вам пришлем уже распечатанный такой вот симпатичный сертификат, как на предыдущем слайде. Он тоже будет, соответственно, с номером. С тем же самым, который и на электронном. На этом, собственно говоря, все. Еще раз вас с праздником. Желаю вам хорошего настроения. Приходите к нам на вебинары. Молодым коллегам, собственно говоря, удачи на этом тернистом пути. Опытным коллегам, в первую очередь, терпения на все то, что у нас происходит. Всего доброго и до новых встреч.